Глава округа проинспектировал ход подготовки мест для крещенских купаний. В Люберцах для желающих окунуться в прорубь оборудованы три Иордании. Парк Наташинские пруды, Малаховское озеро и Кореневский карьер традиционно станут местом притяжения верующих. Купели уже готовы. Рядом с Иорданиями установят кресты и фигуры ангелов, выполненные изо льда. Везде, в принципе, готовность нормальная. Здесь должен быть еще лапник, сено, потому что все-таки наледь и скользко. Везде будут установлены палатки, утепленные в том плане, чтобы люди могли раздеться, окунуться, и потом зайти и одеться в тепле. Рядом с Иорданией будут дежурить спасатели и врачи. Чин великого освящения воды начнется 18 января в 21 час. А крещенский фейерверк в Люберцах станет еще одной доброй традицией.